Здравствуйте! Сегодня на обзоре медицинский подсумок Elite Rip-Off от MTAC. Интересная разработка представляет из себя крайне продуманный и технологичный медицинский пауч, где главной задачей является моментальный доступ к содержимому. С физическим здесь применили две важные системы. Первая – это основная несущая панель, которая на одной стороне имеет две крепежные стропы, благодаря которым подсумок можно надежно крепить как внешний обвес на рюкзаке, сумке или поясном ремне. С обратной стороны эта же панель имеет замок, который идет в комбинации со страховочной фалангой. В итоге достаточно одного рывка в горизонтальном направлении, и пауч уже у вас в руках. Причем эта система страхуется мощным фастексом, который не позволит несанкционированно сорвать подсумок с платформы. Вторая система позволяет получить моментальный доступ к содержимому. Для этого в верхней части вшита специальная ручка, которая при рывке вниз открывает боковые молнии. Во-первых, откидывается передний клапан, во-вторых, по правую и левую стороны раскладываются две боковые стенки центрального отделения. При этом подсумок не имеет закрытых карманов и внутренних отсеков и отделений. Все расположено на эластичных креплениях и затяжках, поэтому после распахивания пауча все содержимое оказывается на виду, и мы сразу получаем доступ к тому или иному инструменту или препарату. Помимо внутреннего органайзера, по центру и по бокам имеем вшитые системы Molly, исполненные по технологии LaserCut для размещения внешних обвесов. Причем фронтальная панель идет с велкро-накладкой, на которой можно размещать информационные шевроны и патчи. Пауч пошит из кордуры плотностью 1000 ДНЕ. Огромный запас прочности на стирание позволяет использовать этот подсумок в любых самых агрессивных условиях. Материал не подвержен усадке, не промокает, удерживает большие термические нагрузки. Все имеющиеся замки молнии представлены японским брендом Yoshida Kagyo. При этом бегунки снабжены кемляками, которые позволяют пользоваться замками, не снимая перчаток. Пауч исполнен в нескольких вариантах расцветок, поэтому его можно подобрать под любую экипировку или снаряжение. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!